بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاءها، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيره تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, просим Аллаха Субхана ва Тааля, как Он нас собрал вместе в самое лучшее время, в самый лучший день, в самом лучшем месте, чтобы также нас вместе Аллах Субхана ва Тааля в судный день собрал в своем джанна, также чтобы простил нам наши грехи, чтобы вел нас по прямому пути. И аль-хамдулилля, просим Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы мы были из тех рабов, которые благодарят Аллаха Субхану ва Тааля за ту милость, которую Он дал им. Самая великая милость, то, что Он нас сотворил мусульманами, единобожниками. И мы не смогли бы найти бы этот путь, если бы Аллах Субхану ва Тааля не наставил бы нас на этот путь. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в сурате Али-Имран, в 159 аяте, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и этот аят также указывает, как верующий должен вести себя в жизни по отношению к людям. Аллах Субхану ва Тааля сказал: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. الله سبحانه وتعالى пророк محمد صلى الله عليه وسلم обращаясь сказал: по милости Аллаха твое сердце было мягкое по отношению к ним, по отношению к тем людям, которые отступились от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по отношению к тем людям, которые враждовали с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Только прямо по милости Аллаха твое сердце было мягкое по отношению к ним. Но если бы ты был бы жестким, твое сердце было бы жестким по отношению к ним, они бы все бы от тебя отвернулись. Прости же их, прости у Аллаха за них прощение, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Вот эта ая, уважаемые братья, указывает нам, верующим мусульманам, как человек, как мусульманин должен относиться с людьми, как он должен аль-муамаля, какое у него взаимоотношение должно быть. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ля рахбанияту фил ислам, в исламе нет монашества. То есть ислам — это не монашество, это не закрыться в мечети на 24 часа и только заниматься тем, что читать намаз. Нет, а это ат-та'амуль. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ат-дин ат-та'амуль, религия — это взаимоотношение. Если взять наше поклонение, ибадат, как намаз, как пост, как такие поклонения, да, это отношение между рабом Аллаха и Аллахом, а есть отношение между людьми. Поэтому байн Аллаха джалля ва аля аннаху маа мартабати ан-набуввати аль-азима ва маа кауни алейхи ас-саляту ва ас-салям ва хуа сайду аль-аулия ва хуа хатиму аль-анбия ва хуа аль-муқаддим йаум аль-кияма ва хуа сайду валид адам илля анна залика ла йугни абадан عَنْكُمْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُمْ مَعَ النَّاسِ. В этом аяте Аллах Субхану ва Тааля объяснил, несмотря на то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он пророк, он посланник, он печать всех пророков, посланников, он самый лучший из людей, он господин всех посланников, но однако это недостаточно для него и не освобождает его от того, чтобы не проявлять красивый нрав, ахляд, хилк по отношению к людям. То есть, будучи пророком, посланником, это недостаточно, и это не освобождает его от того, чтобы не быть духолюк аль-азим, таким благим нравом в отношении к людям. وَلَمَّا أَثْنَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. И Аллах Субхану ва Тааля, когда писал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: по милости Аллаха, я Мухаммад, твое сердце было мягкое по отношению к ним, тогда Аллах Субхану ва Тааля сам же оценил его, его ахляк. Сам же Аллах Субхану ва Тааля описал его нравственное качество. Сам же его похвалил в Коране и сказал: «Ва иннака ля'аля хулукин азим». Поистине ты на великом нраве. Не просто твой нрав красивый, азим, великий твой нрав, я Мухаммад. Сурилат Аиша, Аллаху анха, салаха Саад бин Хишам ибн Амир. Саад бин Хишам ибн Амир, один из подвижников, спросил супругу, то есть самую приближенную к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша. То есть, опять же,
Этот хадис на что указывает? То есть супруга, она бывает знает о человеке то, что не знают остальные люди. То есть, опять же, как говорят, если хочешь сказать, какой нрав человека, спроси его, как он себя дома ведет со своей супругой, со своими детьми. И спроси Айша, Аллаху анха. То есть Аллах описал его нрав великим. Какой же его был нрав? Калят. И она ответила, «Алясна такал Куран?» Это тоже один из манхаджей, из путей, когда сахабы, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ему задавали вопрос, чтобы человек еще больше понял, он ответный вопрос задавал. Например, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел один из сподвижников и сказал, «Моя мама постилась и умерла. Факди анха, за нее мне пропаститься?» Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, задал ему ответный вопрос, «Лау кана дейну анна хат, хал кадайта?» Если ее долг был бы перед кем-то из людей, ты бы закрыл бы этот долг? Кара наам. Он ответил, да. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, фадейну Аллахи ахакку ан юкдаа. А долг перед Аллахом в первую очередь нужно закрывать. То есть, если ты перед человеком его закрыл, тогда что говорить о долге перед Аллахом, субхана ва тааля? И здесь тоже Аиша, раллаху алейхи, ответила на этот вопрос, когда ее спросили, какой же был нрав посланника Аллаха? Она спросила, ты Коран читаешь? Она знает, что он читает Коран. Все сподвижники читают Коран. А если это такой Коран, не читаешь ли ты Коран? Культу бана. Я ответил, да. Калет, фа инна хулюкун набии, набии Иллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, кана аль-Коран, Аллаху муслим. Поистине, нрав пророка Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был Коран. Бимаана анна набии, саллаллаху алейхи ва саллям, якрау фи Коран, кавла Аллаха, джанна ва аля, وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فيحسن إلى الصغير والكبير ويحسن إلى الغني والفقير ويحسن إلى المسلم والكافر ويحسن إلى الحر والرقيق. То есть как понять его нрав в Коране? Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Коране читал, когда мы с вами читаем, будьте добрыми, проявляйте доброту, поистине Аллах любит таких. Аллах любит тех, кто тех каких добрых людей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, проявлял доброту к младшему, к старшему, к богатому, к бедному, к мусульманину, к немусульманину, к свободному и к рабу. То есть не различал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах сказал, проявляйте добро на земле. И он проявлял, саллаллаху алейхи ва саллям. يقرأ في القرآن قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا فيتكلموا بأحسن الكلام. Его нрав был Коран, уважаемые братья. Когда мы с вами читаем Коран, в Коране, говорите людям только хорошие слова. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был первым из тех, которые из его уст выходили только благие слова. Поэтому также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к подвижникам и к нам, говорил, «Ман кан юмину биллахи ва льяумиль ахир, фалиякуль хайран ау лийсмут». Тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть из его уст исходят только благие слова. Но если благих слов нет, пускай молчит, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Кана ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям юбайину фи ахадиси катира анна касрат ас-салаа ва ас-сиям ва касрат аль-ибада ва ат-тақарруб иля Аллахи таала иза лам туасир фи ахлаакик фа лам тарзук рифкан фи ат-таамул маа ан-нас ва лам такуф азаака анхум фама хакка ад-дайт минха. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, указал нам и сказал, то что если человек, даже если он много читает намаз, много читает Коран, приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. Но если нет его чтения Корана, намаза, постоянных ночных молитв, пост месяц Рамадан, да, как-то не улучшает наш с вами нрав, то в этом случае мы не достигли того, что от нас требуют эти поклонения. Если этот намаз не повлиял на нашу жизнь, если наш пост не повлиял на нашу жизнь, не в лучшую сторону, значит мы не достигли цели этого поклонения. ففي مسند الإمام أحمد قال رجل كما روايت مسند الإمام أحمد استقال الذين زوجين يا رسول الله إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار один из подвижников сказал о посланник Аллаха есть такая-то женщина говорят о ней то что она много молится много постится много дает милостыню. Однако она всегда своим языком делает плохо своим соседям, ругается со своими соседями. То есть есть такие некоторые соседи, которые любят там ругаться из-за мелочей. Всегда она ругается с соседями.
что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил: «Она в аду». Она в аду, несмотря, что много молится, постится, дает садака, то есть из своего языка она приносит вред своим соседям, то она в аду, сказал Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعلم أصحابه أن التخلق بالأخلاق الحسنة هي رمز من رموز الإسلام. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обучал своих сподвижников то, что благой нрав, это одна из целей нашей религии. Это некое такое знамя нашей религии. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة ما يدخل الناس الجنة. Спросили посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть сподвижники всегда любили спрашивать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и спрашивали, кто больше всех зайдет в рай? Какие люди больше всего зайдут в рай? На что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, факаль, таква Аллах ва хусну хулук. Это два вида людей. Богобоязненный Аллах, те, кто боятся Аллаха, и те, у кого благой нрав. Эти две категории людей больше всего будут в раю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, описывает свою миссию, для чего Аллах его спаслал, для чего Аллах субхана его избрал из посланников, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Буисту ли утаммима макарима тахлак». Поистине Аллах меня послал для того, чтобы усовершенствовать благой нрав, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Лабба сюля алейхи саллаху ва саллям, ан асхали шейн фи мизани абд йому кияма». Также, когда спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, какие самые тяжелые дела будут на весах благих дел судного дня. То есть судный день, вы знаете, в аятах, где описывается «Йом ефруль марва» «Мин ахиеву, уммиеву, абиеву, сусахиеву, банииеву». В судный день, когда человек убежит от своего брата, от своей мамы, от своей папы, родители оставят своих детей, от своей супруги, то есть каждый сам себя будет бояться перед Аллахом. И в этот день, субханаллах, каждый захочет, чтобы Аллах его простил, каждый захочет получить милость Аллаха, каждый захочет спастись, когда будет видеть, как будут выкидывать грешников, неверующих, лицемеров, ад. Каждый хочет спастись от этого и попасть в рай. И хочет, чтобы его чаша весов благих дел была тяжелее. И спросили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на благих, на весах тяжелые, самое, что будет из благих дел, на что ответил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن فإن الله يبغض الفاحش البذيء. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: верующий в судный день самое тяжелое на чаше весов будет его благой нрав. Его благой нрав, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине Аллах не любит грешников, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, тех, кто распространяет нечесть на земле, но самое тяжелое будет это благой нрав. ولما تكلم عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس بالقرب منه مجلس يوم القيامة. То есть смотрите, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пробуждал людей, чтобы у них были благие нравы. И Аллах субхана ва тааля похвалил его, пророк Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, через что? Через его нрав. Через его нрав в Коране проговорил. И когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то есть бывает, братья, перед тем, как мы хадисы зачитаем, счастливый день человека в этой жизни, как ему хорошо бывает, когда вы встречаете с близкими, с родственниками, с родителями, когда, альхамдулилля, особенно во время Рамадана, когда постимся, сделали разговление, счастье приходит в сердце. Бывает тяжело, у кого-то апатия постоянно. Вчера один брат звонил, на протяжении 3 месяцев я и намаз читаю, и пощупаю, постоянно я просыпаюсь, плакать начинаю, может, меня сглазили что-то, тяжело мне, грусть постоянно в душе. А в судный день каждый хочет, чтобы быть счастливым. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что «Фамин вам шакий ва саид». В судный день на две категории людей будут «Шакий, несчастный, ва саид» и «Счастливый». «Фамин ладина шакал фафиннар». Тот, кто несчастный, они в аду, говорит Субхану ва Тааля. «Фамин ладина саиду фафинджанна». А те, которые счастливы, они в раю, сказал Аллах Субхану ва Тааля. И спросили, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляму, «Асаид нас бин курби мину мие». Минуму мачлиса йом ал-кияма. В судный день, которые самые счастливые люди будут, из-за того, что они самые приближенные к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, субханаллах, в этой жизни, когда у тебя есть, например, ты приближен к какому-то чиновнику, к какому-то правителю, это тебе помогает как-то в жизни. И бывает, человек смело ходит, так, и
думаю, что иногда в каких-то ситуациях там будет как-то безнаказанный, потому что у него такой-то друг там серьезный, там в правительстве где-то, или сильный какой-то человек, и он себя таким считает серьезным и так далее, забывает полагаться на Аллаха субхана ва тааля. Но вот от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это пророк дунья, это в этой жизни. Как она бывает близость с людьми, когда ты с ними общаешься, когда ты с ними кушаешь, сидишь, там вместе куда-то выезжаешь, а приближенность к Аллаху субхана ва тааля это через благие дела. И приближенность к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, через следование сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: самые счастливых людей, приближенных ко мне, которые рядом со мной будут сидеть в судный день, инна хаббакум илейя ва акрабукум минни маджлисан йаум аль-кияма ахасибукум ахлака, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, поистине самые любимые по отношению ко мне и самые приближенные ко мне в судный день, то есть рядом со мной будут защищенные под моим шафа'а, то есть со мной они вместе зайдут в рай, это те, у которых лучше был нрав, у кого был лучше был нрав, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла хайра фи ман ла яблаф ва ла юблаф». Нету блага в том человеке, который не сближает сердца, который не бывает причины, чтобы сближали сердца верующих. وقال عليه الصلاة والسلام منبها إلى أن حسن الخلق يرفع العبد في الدنيا والآخرة. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пояснил то, что благой нрав возвышает человека и в этой жизни, и вечно. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: посредством своим нравом, раб Аллаха, то есть если у него благой нрав, посредством своим нравом он поднимается на уровень тех людей, которые постятся днем и молятся по ночам. Субханаллах. Поэтому если кому-то тяжело поститься, бывает в понедельник, четверг, может быть по состоянию здоровья не может поститься, ты можешь заменить это, альхамдулиллях, чем усовершенствовать свой нрав. Тебе тяжело просыпаться на тахаджуд, намаз, или ты не из тех, кто уставит ночные молитвы, хотя это мы должны с вами стараться по ночам поднимать свои бока для того, чтобы поклоняться Аллаху субхана ва тааля. Но разные ситуации бывают. Усовершенствовать свой нрав и своим благим нравом ты возьмешь награду тех людей, которые постятся днем и молятся по ночам, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الفضائل لأجل أن يبين لأصحابه أنكم بأخلاقكم تكسبون محبة الناس. Почему пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пояснял так? Дабы пояснить нам с вами, братья, то, что нашим нравом, нашим хилком, ахлаком мы сможем, альхамдулиллях, получить любовь Аллаха и любовь рабов Аллаха субхана ва тааля. بأخلاقكم تدعون الناس إلى الإسلام. Нашим ахлаком, нашим нравственностью мы людей призываем к исламу. На сегодняшний день смотрят люди не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, на наш нрав. И мы пример, на себе несем ответственность за религии, братья. Поэтому мы несем ответственность за религии, и на наш, как мы себя ведем с людьми, люди смотрят на ислам. И Аллах нам доверил это. И Аллах Субхану нам это доверил. И мы должны смотреть на то, что доверил Аллах Субхану ва тааля, как великий подарок. Значит, Аллах Субхану ва тааля именно мне, именно тебе, брат, именно тебе доверил нести религию Аллаха Субхану ва тааля и призывать людей к исламу. Аллах Субхану в Коране, в Сурате Аль-Ахзаб говорит: «Инна арадна аль-аманата аля ас-самавати валь-ард валь-джибал, фа абайна ан яхмилнаха ва ашфакна минха ва хамалаха ал-инсан, иннаху кана залуман джахула». Перед тем, как взять на себя ответственность, перед тем, как я предложил это взять ответственность человеку, я предложил его, субхану ва тааля, нести на себе ответственность небесам, земле, горам, но они отказались, напугались и понес на себе человек. Субхану, какой шараф, какой почет у нас с вами, то, что Аллах дал нам ответственность нести на себе религию Аллаха, субхану ва тааля. И каждый из нас должен призывать к религии Аллаха, субхану ва тааля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Баллигу анни ва лау ая», доносите обо мне хотя бы один аят, хотя бы одно знамение. И если мы взяли на себя эту ответственность, Аллах доверил нам, мы должны, альхамдулиллях, как бывает, если
начальник твой тебе дает документы, вот документы для визита от точки А до точки Б. Как ты будешь трепетно смотреть на этот чемоданчик, чтобы его там он рядом со мной к себе поближе положил, чтобы в руки передать, если тот человек сам не вышел встречать кого-то, послал другого, а ты ему смотришь, получил ты ему или нет, давай сфоткаю и так далее. То есть это всего лишь человек. Аллаху Таала ответственность это нести великий Аллах Субхану ва Тааля. То есть каким образом мы должны ее доносить до людей и быть именно бдительными, ценить это, чувствовать величие этого, чувствовать любовь Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к нам. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم обращался пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и сказал к сахабам и сказал: انا سعيد ببيتي في روض الجنه لمن ترك المراء وكان محقا وببيتي في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: я буду заступником и просить дом на низшей степени рая для того человека, который оставил спор, даже если он был прав. Ради Аллаха оставил спор. То есть бывает два вида спора. Спор для того, чтобы достичь истины. В этот момент нужно на что-то ссылаться. Например, если это диспут в религии, то мы не должны ссылаться на свой разум или на свои чувства. На Коран, на сунну, на илм, на знания. Если спор ради спора, без разницы человеку сколько доводов приводишь, то тогда он все равно будет спорить с тобой. Как говорится, «Аль-Айз уля-Утара» — это такая поговорка, слышали у арабов? Коса, даже если она взлетела. Многие ученые приводят эту поговорку. Двое бедуины идут в пустыне, что-то видят там. Один говорит: это гураб, это ворон. Другой говорит: «Ла, это айз, нет, это коса». «Ла, это гураб, нет, это ворон, нет, это коса». И начинает спорить. Подходит, и вдруг взлетает это. Говорит: «Это ворон, я же сказал тебе, это ворон». А тот ему говорит: «Ля, айнсу мой удар». Даже если взлетел, все равно это казак. Поэтому, субханаллах, такой упрямый человек. Вот это называется спор ради спора. Не хочет человек достичь, принять истину. И вот пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если человек оставляет спор, даже если он правдив, я за него буду заступничать, дом пройдем. Дальше пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: وببيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. И я буду просить заступником для того, чтобы Аллах дал дом в центре рая тому человеку, который оставляет обман, даже если он шутит, шутку даже, если он не обманывает. وببيتي في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. И буду просить рай, дом на самую высшую степень рая, фердаус, для того, у кого благой нрав, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ва кана алейхи саляту ва салям юси ман юрсилюхум лид-даъва иля Аллахи би хусни хулук. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда своих сподвижников отправлял с дауатом, с призывом, он делал им васият, наставлял, чтобы у них был благой нрав. Лямма арсаля Муаз ибн Джабаль радиаллаху анху иля Аль-Ямана, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отправил Муаза ибн Джабаля в Йемен, رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير على أرضي وأنا على دابتي وكان يودي وعند ذهابي إلى اليمن وعد بالجبل ولد تسمرت أخلاق رب محمد صلى الله عليه وسلم هو الكداء رب محمد صلى الله عليه وسلم رواجه معاذ في يمن с دعواته معاذ говорит меня посадило на верблюдицу а сам пешком шел и вот так меня провожал رب محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام قد وقع في نفسي أن هذه السنوات التي يعيشها هي أخر سنوات حياته. И тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он чувствовал то, что эти годы, последние годы его жизни, и он ему давал советы, как будто с ним прощается: я тебя отправляю в Йемен, но уже тебя уже не вижу больше. Радиаллаху анху каля ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям, тогда он сказал мне пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: я Муаз, иннака фи каум ахли китаб, о Муаз, ты сейчас отправляешься к людям, людей Писания. وَذَكَرَ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَسَلَامُ وَصَيَّ ثُمَّ قَالَ. И потом пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ему сказал на пустыне, и после этого сказал: я Муаз, لَعَلَّكَ لَا تَلْقَانِ بَعْدَ لِقَانِ هَذَا. Муаз, я тебя сейчас провожаю, так вот, представляете,
То есть Муаз ибн Абдуллах на нем блюдце, пророк саллаллаху алейхи ва саллям его провожает, чувствует, что больше, может быть, он не доживет, и сделал ему васая перед тем, как он отправился, сказал: «Валлахи ухиббук, я Муаз, я тебя люблю, я Муаз». С пророком саллаллаху алейхи ва саллям они вместе молились, вместе были на джихаде, вместе они постились. То есть он для них был, любили больше, чем своих родителей, больше, чем своих детей. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям провожает его в последний путь и говорит: «Я Муаз, может быть, ты со мной больше не увидишься, может быть, я больше не доживу, ты со мной не увидишься». И вот так ему после этого давал наставление и сказал: قال معاذ فأخذ ما وصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعك وجهه في الغارة قال أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل استوى последнее что сказал мне пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم когда уже я сел на блюдце и уже отправился в путь, он сказал: о معاذ, провожай меня, последнее сказал: أحسن خلقك للناس يا معاذ, أحسن خلقك للناس. О معاذ, проявляй великий, великодушный нрав по отношению ко всем людям. Вот с этим проводил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Муаза бин Джабаля. فكان اخر ما اوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم قال احسن خلقك للناس لانه سيدعو لقوم منهم ان يعبدوا الاصنام. Почему он сказал? Потому что он увидит то, что не видел в Медине. Он увидит людей, которые поклоняются идолам, которые люди ахли китаб, из иудеев, из христиан. Несмотря на все это, ты понимаешь, что на тебе великая миссия. Я тебя отправил с великой миссией призвать людей к исламу. Они будут поклоняться кому-то из них идолам, кто-то будет из Ахль-Китаб. Для тебя что-то новое, но однако ко всем людям проявляй благой нрав, потому что на тебе миссия призыв к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому, уважаемые братья, Аусан Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ани ухсин ма хулакуху ва тааля ма акраба ан-нас илейхи нибдау бихим. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил нам и давал васая, васият, чтобы мы проявляли благой нрав и начинать это с самых близких людей. ثم بعد ذلك اثنى الى غيرهم فكان عليه الصلاه والسلام يقول то есть начинать с семьи. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: خيركم خيركم من اهلي وانا خيركم من اهلي. Наилучший из вас тот, кто наилучше относится к своей семье, и я из тех, кто наилучше относится к своей семье, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. فاحسنكم واجودكم واعلاكم منزله الذي يكون خيرا من اهلي. Как бы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: самый лучший из тех, кто проявляет благой нрав, это тот, кто начинает со своей семьи. ثم قال, и потом он объяснил, сказал: я есть самый лучший из тех, который проявляет благой нрав по отношению к своей семье. Поэтому странно бывает, когда человек, например, в своей семье не проявляет благой нрав со своей супругой, со своими детьми, со своей мамой, со своим папой, ругается и не улыбается в лицо. У него жесткое сердце во своей семье, а со своим братьями он смеется, улыбается. Это ненормально. Это неправильно. Это мухалиф или манхадж Наби саллаллаху алейхи ва саллям, противоречит к сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, альхамдулиллях, просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы он нас сделал из тех, у кого благой нрав, чтобы улучшил наши нравы. Альхамдулиллях, чтобы... Для чего это мы опять же делаем, знаете, не просто так, а потому что от нас это религия просит. Потому что Аллах нам приказывает, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал к этому. И сейчас мы это еще раз себе напомнили из сунны, из хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И просим Аллаха, субхана ва тааля, иншаллах, чтобы мы были самые приближенные к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в судный день. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, пояснил нам: если хотите быть самым приближенным, то усовершенствуйте свой нрав. Поистине, самый приближенный ко мне в судный день, самый счастливый будет в судный день, когда Аллах Субхана кого-то ведет в рай, кого-то в ад, самый счастливый будет в этот день, это те, у кого был благой нрав. Саллаллаху алейхи ва саллям.